дорогие зрители детской десятки с Яной Рудковской. Привет! Девочки, чувствуете, чем пахнет? Кто-то грибов накрывал, мозги разогрел? Нет, кто-то кофе пьет. А мне кажется, цветами пахнет. Да нет же, девочки, я ясно чувствую чьи-то духи. А я смотрю на Макса и понимаю, что все вы неправы. Ну, конечно же, неправы. Я имею в виду, что уже вовсю пахнет весной. Макс, это ты точно подметил. Март разгулялся вовсю. Вот-вот распустятся почки на деревьях, земля высохнет и прогреется, а солнце будет светить ярко-ярко. Ох, поскорее бы уже, жду не дождусь. Ну тогда предлагаю сегодня поговорить о весне. Я только за, но может сначала представимся? О да, я Кристина Подольская. Я Макс Гапич. Энни Горчакова. Я Камила Исмаилова. Алена Крымская. Я Таисия Крисанова и наша неподражаемая, очень скромная и милая Яна Рудковская. Итак, мы начинаем. Привет! В студии детской десятки с Яной Рудковской на Муз-ТВ с вами я, Макс Гапич. На 10-ю строчку опускается Анфиса Семина. Устал народ от твоих танцев, Анфиса, устал. На 9-м месте мирно спят Ольга и Варвара Игнатова. Им снятся детские сны. Мы гуляем целый день с утра. На асфальте мы рисуем. Это звуки нашего двора, под которые танцуем. Лето не становится длинней, и мы это не упустим. И пока не стало холодней, мы будем танцевать. Плескалось синее море и светило ярко солнышко. Посмотрю на небо, вижу белый парус, а за ним добрейший толстый бегемот, всех опережая, быстро ноги страус. Разгоняя облака, легко плывет. На небесном берегу сны свои подстерегу. На волнах в морском краю свою песенку спою. О-о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 -
резвые дельфины, лишь волны касаясь, над водой летят. Я хочу на Кипр, а потом Афины. Говорят, что звезды ярче там блестят. На небесном берегу смысл.
свои подстерегу. На волнах в морском краю свою песенку спою. Слушайте, я тут вспомнила, что знаю очень много стихотворений о весне. Хотите, я вам расскажу? Это отличная идея. Ну, давайте с этого и начнем. Самуил Маршак. Апрель, апрель, на дворе звенит капель, по полям бегут ручьи, на дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи после зимней стужи. Пробирается медведь сквозь густой валежник. Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник. А как вам мое стихотворение? Это Тютчев. Еще в полях белеет снег, а воды уж весной шумят. Бегут и будет сонный брег, бегут и блещут, и гласят. Они гласят во все концы. Весна идет, весна идет. Мы – молодой весны концы. Она нас вызвала вперед. Весна идет, весна идет. И тихих, теплых, майских дней, румяный, светлый хоровод, толпится весело за ней. Ну, кто еще знает весеннее стихотворение? А, я тоже хочу стихотворение. Иван Демьянов. Под самым карнизом, над самым оконцем забралось сосульки весеннее солнце. Сверкая, бегут по сосулькам слезинки. И тают сосульки, веселые льдинки. Я тоже вспомнила. Вот уж снег последний в поле тает. Теплый пар восходит от земли. И подснежник расцветает. И зовут друг друга журавли. Юный лес зеленый дым одетый. Теплый гроз нетерпеливо ждет. Все вокруг весны дыханием согрето. Все кругом и любит, и поет. Отлично. Кто у нас еще остался? Кристина? Есть на примете у тебя стихотворение? Что-то даже и не знаю. Угу. А, вспомнила. Только у меня короткое. Ну, давай. И автора тоже не помню. Ничего страшного. Переживем. На деревьях ты взгляни. Там, где были почки, как зеленые огни, вспыхнули листочки. Девочки, мне нравится ваше стихотворение, но я вам приготовила кое-что поинтереснее. Ой, Макс, я прямо к программе готовился. А как же? Не зря я тему про весну завел. Тогда предлагаю посмотреть восьмую строчку нашего хит-парада, ну а потом продолжить. О, проснулась наша всезнайка Оля Игнатова и перебралась на восьмую позицию. Правда, на прошлой неделе она была на шестой. Знаю я. Какие взрослые смешные. Они всегда о чем-то спорят. Они совсем не понимают. Жить в мире лучше, чем быть в ссоре. Какие взрослые смешные. Все говорят, что я ребенок, что не понять немногих истин, ведь я еще слепой котенок. О-о-о. И объясните им как, что это все. Совсем не верят в сказки. Они как будто бы забыли, что в мире есть цветные краски. О-о-о. И как им объяснить, что в сказке можно жить? Ведь знаю я, что птицы летят на юг.
готовы? Это вам, Яна. Да я сама тут разберусь, чего мне, а чего другим. А то раскомандовался тут. Это вам, это не вам. Вот пусть все разные загадывают, правильно? Можно держи. Я тогда начну? Давай, Эни. Ручейки бегут быстрее, светит солнышко теплее. Воробей погоде рад, заглянул к нам месяц март. Правильно. В голубенькой рубашке бежит по дну овражка. Ручеек. Правильно. Первый вылезет землицы на проталинке. Не боится мороза, хоть и маленький. Подснежник. Зеленеет даль полей, забивает соловей. В белый цвет оделся сад. Пчелы первые летят, гром грохочет. Угадай, что за месяц это? Май. Правильно. Я раскрываю почки, зеленые листочки. Деревья одеваю, посевы поливаю. Движений полна, зовут меня весна. Здесь на ветке чей-то дом, ни дверей в нем, ни окон. Но птенцам там жить тепло, дом такой зовут гнездо. Вот вы молодцы какие, а теперь мне не терпится узнать, кто же у нас на седьмом месте. И мы смотрим клип. А вот и наш новичок, девочка Весна, Василиса Абросимова. И сразу седьмое место. Молодец! Пропала Таисия. Она шепнула мне на ушко, что ей в голову пришла гениальная идея. Вот так всегда. Всем приходят гениальные идеи, кроме меня. Эни, уверен, ты слишком критична к себе. Ну вот сам посмотри. Ты придумал загадки. Таисия еще что-то пошла делать. А я сижу тут и совершенно ничего не приходит на ум. Тебе просто надо выпустить щупальца из своего мозга куда-то в космос. Что сделать? Ну, я в одной книжке читала. В общем, не суть. Эни, тебе надо просто подумать, и тогда обязательно придет какая-нибудь идея. Думаю, но пока ничего не приходит на ум. Пришла?
Ой, наконец-то ты вернулась. Что это у тебя в руках? Держите, раздаю всем наобум, чтобы потом мне не говорили, что я все подстроила. Макс. Что это такое? Какие-то бумажки с картинками. Это фотографии разных стран в весенний период. А вот теперь кому какая досталась? Вот посмотрите и расскажите мне что-нибудь и нашим телезрителям про эту страну. Вау, как ты чудесно придумала. Весна – отличное время для поездки в Италию. Цветы цветут. Погода весной очень доброжелательная к отдыхающим. За исключением дождей и снега в марте. А в конце весны воздух так прогревается, что можно спокойно гулять, не закутываясь в теплые одежды. Например, как в России. Даже можно плавать в море и бассейне отеля. Но это больше всего подходит для моржей. Итак, Франция. В любом путеводителе вы прочитаете, что лучшее время года для посещения Франции – это, безусловно, весна. В это время года особенно замечательно выглядит Париж. Город просто наполнен красотой и очарованием. Он встретит вас буйством красок, и, возможно, вы даже не успеете посетить все музеи, так как весь Париж в целом представляет собой огромную сокровищницу под открытым небом. Париж встретит вас очень доброжелательно. Германия. Что сказать про весну? Днем становится значительно теплее. Самое время выбираться на пикники. Однако не лишним будет прихватить с собой зонтик. Внезапный дождь может застать врасплох. Ближе к маю температура достигает 20 градусов. Правда, некоторые дни могут выдаться пасмурными. И это для климата страны вполне нормальное явление. Весна в Японии – это настоящая сказка. Пока мы все ждем с нетерпением прихода весны, японцы уже вовсю наслаждаются цветением сакуры или японской вишни. В интернете появляется множество картинок, фотографий. Город наполняется розовыми цветами. Очень красиво, и всем советую съездить обязательно в Японию весной. Весна в нашей стране – это, конечно, период, когда вся страна просыпается от зимней спячки. Тает снег, возвращаются перелетные птички. Россия – достаточно суровая страна в плане климата. И в некоторых регионах температура не поднимается выше 10-15 градусов в течение года, даже летом. Австралия. Посещать Австралию можно в любое время года. Как и в Европе, на материке 4 времени года, а на далеком тропическом севере наблюдается 2 сезона – сухой и влажный. Весна в Австралии – это цветущий, полный буйство красок и ароматов сезон. Трудно поверить, но в ноябре температура достигает 35 градусов по Цельсию – самые настоящие тропики. На острове Кипр около 340 солнечных дней в году. И климат здесь считается крайне благоприятным для здоровья. Считается именно благодаря ему средняя продолжительность жизни на Кипре больше на 10 лет, чем в Европе. Фактически такая весна на Кипр приходит раньше календарной. Ведь еще в январе расцветают первые орхидеи. Уже с середины февраля цветут миндали и зеленеют луга. Потрясающий экскурсионный тур ты придумала для ребят и зрителей, Таисия. А теперь я предлагаю идти дальше. Впереди у нас 6-я строчка нашего хит-парада. Время приближается к 10 утра. Все проснулись. «Доброе утро, Москва!» кричит всем с 6-й строчки Алина Майер. Я так хотела тебя.
точно знаешь, что ты сможешь. Он знает разум крас неба в миллионы разноцветных облаков. Кем бы ты не был, тут сбываются желания и снов. Доброе утро, Москва. Ребята, наконец-таки мне пришла в голову умная мысль. И что же мы будем делать? Ведь говорят же, что весна – время пробуждения чувств и любви. Ну, говорят, и зачем же нам открытки? Ведь в любви признаются. Как же это называлось? Вербально. Но мне кажется, судя по хитрому виду Эни, она все продумала. Конечно же, все продумала. Я предлагаю каждому подарить друг другу сердечко и пожелать какие-нибудь желания, которые они хотят, чтобы исполнились этой весной. О, это гениально. Мне тоже нравится твоя задумка. Ну вот, наши сердечки готовы. Можно и приступать к пожеланиям. Ну, давайте я и начну. Я желаю всем телезрителям этой весной закончить удачно свой учебный год на одни пятерки, ну и продолжать в том же духе. Я желаю тебе счастья. О, спасибо. Я желаю тебе новых проектов и удачи в них. Спасибо. Ой, как у нас здорово получается. Алена, я тебе желаю всегда оставаться такой же позитивной и красивой. Спасибо. Я желаю, чтобы вы были всегда здоровыми. Спасибо, дорогая. Я желаю, чтобы ты закончил этот учебный год на одни пятерки. Спасибо. Я желаю тебе веселья и радости. Спасибо большое. Ой, классно у нас получилось, да? Ой, это так трогательно. Сейчас я буду плакать. Так, только разноцветными слезами, как радуга. Остальные слезы не принимаются. Ну, как вам моя идея? Супер! А сейчас мы посмотрим пятую строчку нашего хит-парада. Смотрим и наслаждаемся. Перевалили экватор. Дышите глубже. Вместе с Камилой Исмаиловой, которая крепко держится за пятое место. Нам с тобой осталось 5 минут. Мы с тобой попали в водоворот. Время вышло, нас уже не найти. И почти закончился кислород. Мне не видно солнца на глубине, и так холодно даже в руках твоих. Если хочешь, я буду еще сильнее, чтоб дышать за двоих. Медленно тает свет, исчезает, и назад нет пути. Давай дышать вместе. Я готова за это все отдать. Медленно.
Ребята, ну что, у кого еще какие весенние идеи? Ой, да хватит идей, надоели уже. А что не так, почему бы и нет? Почему? Покачину. Ой, чувствую, дело пахнет керосином. Камила, что с тобой? Нет, ну я не пойму, ну почему вы все против меня ополчились? Да никто тебя не трогал. Мы просто с тобой разговариваем. А ты защищаешься, как ежик. Ну так вот и не трогайте меня, ясно? Ой, я, кажется, поняла, в чем тут дело. Дело в том, что никакого дела нет. Ясно вам? Тихо, тихо, спокойно. И не надо со мной так разговаривать. Я не какая-то там душевнобольная. Камила, при чем здесь душевнобольная? Это просто весенняя депрессия. Вот про осеннюю слышал, а про весеннюю никогда. А вот я тоже слышала, ведь весной такой страшный авитаминоз. Ой, а что же делать? Да нет у меня никакой депрессии, ерунду не говорите. А вот мне кажется, что Таисия дело говорит. Камила, тебя нужно срочно задобрить. Ничего у вас не получится, вы как будто нарочно меня злите. Сказала же, у меня все хорошо, ведите дальше передачу. Мы без тебя не можем. Надо срочно спасать Камилу. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. У меня есть идея, как насчет сладенького? Оно мне всегда поднимает настроение. А еще было бы здорово свежевыжатый апельсиновый сок. Это тоже заряд витаминов. Слушайте, чтобы спасти Камилу, я готова найти и сладкое, и сок, что угодно. Тогда давайте зрители пока посмотрят клип с четвертой строчки, а мы найдем все нужные ингредиенты для поднятия настроения. Алена Асачи начала терять позиции. В этот раз сердце остановилось на четвертой строчке хит-парада. Если так пойдет дело дальше, придется вызывать реанимацию. Стоп, сердце. Давай, Алена. Меня обнимают ветра.
попробуй. Не хочу. Камила, я, конечно, все понимаю, но мне кажется, ты перегибаешь палку. Почему нужны ведущие с плохим настроением? Давай лечись. Как я могу лечиться, если я не больна? Ну, это как посмотреть, депрессия тоже болезнь. Ну, окей, уговорили. Попробую я ваш шоколад и сок. Ну, только потому, что вы меня просите. А так со мной все в порядке. А мы к тебе присоединимся. Ой, есть еще шоколадка? Мне так понравилось. Девочки, Яна, Макс, я вас так люблю. А пойдемте сегодня гулять? Нет, у меня идея. Приходите ко мне домой, будем петь в караоке. Все, Камиле больше не наливать. Сок, в смысле? Ой, Камила, тебе похоже лучше. Да, мне слишком хорошо. Похоже, депрессия отступила. Ты же говорила, что ничем не больна. Но теперь я понимаю, как плохо мне было. И, ну, теперь я другой человек. Мне хочется летать. Все чувствую, как будто за спиной растут крылья. Ой, Камила, какой-то опасный человек. То умираешь от депрессии, то лететь собираешься. С тобой нужно держать ухо востро. Камила, мне кажется, тебе нужно пару минут спокойствия. Давайте мы пока поставим клип, а ты выдохнешь и станешь той Камилой, которую мы знали, которой мы привыкли. А какое у нас место? Уже добрались до третьей строчки лидеров. Ой, как быстро время летит, прям как Камила. Итак, бронза нашего хит-парада. Мир на имя Берхияевой изменился настолько, что с первого места она опустилась сразу на треть. Надо что-то делать. Смотрим и голосуем. Важно для людей быть ко всем добрей, словно солнце в темноте. Сколько можно лгать, все вокруг уничтожать, пора. Ребята, вы уж меня простите. Ну, теперь я такая, как была прежде. Реально, наверное, это была минутная весенняя депрессия. С кем не бывает, не переживай. Ну, теперь-то ты не против чего-нибудь интересного? В смысле? Например? Ну, например, есть тут у меня одна идея. Как вы смотрите на то, чтобы поиграть в крокодил? Да! Только без меня. Я буду ведущей. Конечно, давайте вы будете нам загадывать слово, а мы будем показывать. Кто отгадает, тот следующий показывает слово. Договорились. Алена, ты придумала, ну вот и начинай. Зеркало? Точно. Врач. Да. Правильно. Ah!
пантера. Правильно. Так, получается у вас просто шедеврально. Давайте теперь все-таки отвлечемся и узнаем, кто у нас на втором месте. А потом уже продолжим. Слушай, Алена, ты придумала очень крутую игру. Мне тоже нравится, ведь я теперь добрая. Ну что, мы продолжим? Так, эту девочку я уже сегодня объявлял. И с удовольствием это сделаю еще раз. Камила Исмаилова. Европейский суперхит «Mirror» в шаге от победы. Percorsi cambiano come se le stelle che ci illuminavano da lassù ormai non si rivelano da un tempo che ci lasci andare via. Mirror, mirror. Лодка. Да. Часы. Правильно. Курица. Это курочка? Да. О, мне еще одно слово пришло на ум. Кто хочет? Я хочу. Бонус тогда тебе. О, у меня есть идея получше. Яна, вы что такого сказали Максу, что он от нас сбежал? Да, вроде ничего особенно странно, но думаю, он сейчас вернется. Может, тогда пока клип посмотрим, пока Макса нет? Давай, ну, да. Ну, давайте. Я, великий и ужасный Макс Гапич, объявляю победителя. Сегодня на первое место детской десятки, перемахнув сразу через три ступеньки, взлетела Этель Берхияева. Вот это драйв! Звездное небо над нами, до него дотронуться хочу. Я дышу, я живу, и я знаю, что моя судьба в моих руках. Я дышу, я живу, и я знаю. Наверняка драйв, новая моя игра.
свежий ветер наполнит мой парус и согреет в дороге солнца луч. Я на поиски счастья отправлюсь, в жизни много успеть я тороплюсь. Я дышу, я живу, и я знаю, что моя судьба в моих руках. Я дышу, я живу, и я знаю. Решил наглядно проиллюстрировать ваше слово. Все-таки весна – время любви и цветов. Девочки, это для вас. Как пахнут? Макс, ты очень внимательный, это так здорово. Я обожаю цветы. Спасибо. Это вам, Яна. Спасибо. Спасибо большое. Только вот жаль, что нам все-таки пора прощаться. Ну ничего, скоро увидимся снова. А сегодня в студии были мы. Я, Камила Исмаилова. Эми Горчакова. Таисия Крисанова. Алена Крымская. Кристина Подольская. Я, Макс Гапич. И превосходная, самая красивая и лучезарная. Я, Яна Рудковская. Пока! Пока! Так, девчонок я сегодня построил. А у парни, вам не стыдно? Ни одного брутального мужского клипа. Вы что, петь разучились? У вас есть буквально пару недель, чтобы попасть, наконец, в десятку лучших. Не теряйте время даром. Приду, проверю. Тихо, тихо, дети, 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 все. Концентрируемся. Ох, я сейчас как вспомню. А это вообще молодец, рубит нормально. Вошла в роль. О, у меня есть идея получше. Яна! Ой, ой. Макс. У меня. Нет, слушай. Слушайте, наверное, это все из-за гамбургеров. Вы бьете фанту? А, не, я не пила. Ты же выпила. Уже выпили. Нет.